На канале можно узнать о новинках, готовящихся к выходу или поступивших в продажу. Компания EL выпустила новый смартфон S70. EL S70 позиционируется как один из самых тонких, защищенных смартфонов. Его толщина составляет 9,5 мм при весе 175 грамм. На смартфон установили Full HD экран с диагональю 5 дюймов. Уровень защиты IP68. Внутри корпуса процессор MT6757 с тактовой частотой 2,5 ГГц. 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Имеется поддержка карт microSD до 128 ГБ. Оснастили смартфон аккумулятором на 2650 мАч. На EL-S70 установлена фронтальная камера на 8 мегапикселей и двойная тыльная камера на 13 плюс 8 мегапикселей. В смартфоне имеется сканер отпечатков пальцев, датчики приближения, компас, акселерометр и есть поддержка NFC. Работает новинка под управлением операционной системы Android 7.0. Купить смартфон можно по ссылке, указанной в описании. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Спасибо!